Доброго утра, 9:30, 8:30 у нас сейчас проснулась, я даже еще не было 7, вот, порвала уже успела траву, потом проснулся Афанасий, естественно, я уже пришла, накормила всех завтраком, спагетти мы с чаем, и я кофе пила, вот, и сейчас у меня чуть инфаркт вообще не случился, потому что, чтобы сделать кофе, открываю я холодильник доставать молоко, а там нет цвета. Мне чуть плохо не стало. Я звоню Сержуне, он говорит, что это он отключил холодильник, потому что он стал тарахтеть прям очень громко. Доброе утро, Григорий. Мама. Вот, в общем, холодильник сильно тарахтел, потому что вперед когда-то, может, дня 4 назад Сержуня пришел, и там была чуть приоткрыта морозилка. Дети там, наверное, что-то доставали, хотели посмотреть, есть ли у нас мороженое или нет. И получается, там... Так как система No Frost, походу этот вентилятор, который его размораживает, холодильник, покрылся, ну, то есть он начал сам размораживаться и, короче, льдом покрылся. Нет. А? Ну что, ты идешь? Да, Степ, сейчас я приду. Ну давай, я сейчас тебя забираю. Вот. И это... И, короче, мы когда-то, у нас вот этот вот датчик, что-то там, какой-то там разморозки сломался, и мы за него 2 с чем-то тысячи отдавали, но сломался уже холодильник. После этого мастер нам сказал, если вдруг мы слышим такие громкие звуки, то есть перед тем, как поломаться, мы слышали эти громкие звуки. Вот, в общем, его просто нужно разморозить и опять включить, но Frost заново запустится, и все будет в порядке. Так что вот сейчас мы этим и занимаемся, и благо... Две морозилки у нас. Это очень хорошо. Вот, чтобы молоко не пропало, я его перекипятила. Сейчас еще компотик буду варить. Здесь сушеные яблоки, малина, и там еще крыжовник и жерделка. Так, а мы тут прорываем траву на укропчике. Вот укроп. Я еще не глянула. Мототяпка Степа пропалывает вот так вот между рядов. Привет! Подошла, ну давай еще раз покажем, как из куста лова, как выбраться вот в таком захвате. Да не так, на... не надо, Антош, я чтоб да этого не видела. Отжимание, Антош. Не надо. Отжимание делай, смотри, ножкой, чуть пролез и ножкой, пытайтесь вот так вот пощекотить. Пощекотить? Моя ножка достает. Так, Антошик, ну что, ты до деда поедешь? До дедушки поедешь? Да. Пошли собираться. А они сегодня? Ну, папа сказал сегодня. Пока, Андрюш. Пока. Завтра мы увидимся. Ты хотел сказать через неделю, да? Да, Андрюш. Мама, он хотел сказать через неделю, да? Наверное. Пока. Мам, пока. Антоша, пока. Да, я видела, сынок, уже купим тебе после ремонта, будем же тебе покупать одежду в садик. Да. Да, вот собрали Антохе чемодан с обувью, пакетик, кепки обязательно, да, плавки, на рукавники, чтобы на море купаться. Ну да. Ты хочешь? Ловить рыбу. Ловить рыбу, да? Руками. Все там удочки собирают. На 6, где-то на 7 часов там задержится. Ну, 3 часа туда, 3 часа обратно. На 7. Афань, ты не на столе, ты на этом, вон, иди. Сейчас и рассыпется весь вот здесь вот, да. Потом мы также поедем забирать, Антон. Что? Гриш, помоги ему. Ты поставь, поставь. Гриша тебе поможет. Я самая крутая база в мире. Ох ты, получилось? Торт. Бабочка. Мама, смотри. Это тортики, да? Это что, твое не пройдет. Мое пройдет. Так, все, папа тут уже готовится удочку сыну. Я перца болгарского нарвала, зелень вот в пакете. Как в колесе красиво петунья распустилась. Я обожаю этот цвет. Очень красивый, яркий.
Так, поставила крылышки, которые на три части, получается, крайнюю самую часть, этот хвостик крылышек Рексу отдали, а вот эти две части варим на суп. Молоко же мое перекипяченное. Так, пошлите есть арбуз. Я несу. Так, вы его сейчас это. Ой, прости. Антоша, он тяжелый. Давайте-ка я, наверное, понесу. Нет, клади. Какой красавчик. Ну, не сладкий, конечно. Не сладкий? Ну, трещал, знаешь, когда я его резала, он прям трещал. И очень красивого цвета. Что, ты готов, сынок? Все, Антоха, готов, да? Отдыхать? Купаться? Кнопой, да? Выбирать? Помогать. Ну что, лапша у нас сегодня на обед вместе с вот этими вот крылышками. Я даже не стала их доставать с укропчиком, так что вот все сейчас настоится. Будем кушать. Она у меня без морковки. Просто лук, картошка, лапша, зелень и чесночок. И слушаю тут, знаете, живая мертвая еда про арбузы. Вот так вот. Так что слушаю тут что-то интересное. Так, уже час дня у нас. Я буду сейчас обедать. Лапша готова. Я собрала помидорчики пока. Ой, помидорчики. Помидоры будут вечером собираться. Огурчики я собрала 1,5 ведра, даже чуть больше. Перебрала их уже, чтобы закатывать. Такие покрупнее, которые я буду чистить, положу их в холодильник для салата, а которые можно закатывать, которые влезут в баночки, буду сегодня закатывать. Кушаю, в общем. Лапша. Здесь мясо, хлеб, сметана и помидорки домашние. Вот. И тут что-нибудь посмотрю, и тут, в общем. Нужно все успеть. Низ холодильника уже морозилку помыла. Сейчас еще сверху там полки попротираю, что, может быть, что-то выкинуть уже. В общем, потом включу его. Давай. Вот мои огурчики ждут меня. Буду их закатывать. Сейчас нужно их помыть и оставить в воде. Ну, то есть каждый прям помыть хорошо. Я прям их тряпочкой мою. И оставить в воде ненадолго. Ну, блин, не знаю. Так хочется здесь под виноградом все делать. Но тучи заходят. Тучи вот зашли. Пугают нас. А поняла. Да? А нигде не слипнется у вас? Афоня, у тебя что, тоже чупа-чупс с мороженым? У тебя тоже вкусно? Или не очень? Риш, вытри ему рот, пожалуйста, салфетка. Ну что, 11 часов. Гришка только пошел ложиться, а Фонька уже даже спит. Ему только сказали, иди ложись, он пошел, но видно по нему, что уже пора. Вот. Сегодня был очень продуктивный день, вытерла везде пыль. Что еще сделала? Закатала огурцы, собрала их, собрала помидоры. В общем, столько всего натворила тут. Просто ужас. Завтра тоже не вяжем. Так что тоже куча дел должна быть. Буду готовить 3 блюда из 1 курицы. Сразу решила приготовить. Хотя там еще суп есть. Не знаю, может быть, 2 блюда будет, потому что жидкое, может быть, не буду варить.
либо вечером. Вот. Ну, посмотрим. В общем, не буду обещать, но есть курица, из нее желательно сразу бы все приготовить, чтобы уже в понедельник ничего не готовить. Хотя в понедельник тоже мы работаем. У нас все, получается, наверное, и Маргарита будет, потому что в садике же каникулы. Вот так вот. Все, я сама засыпаю, сейчас иду ложиться. Всем до завтра. Пока. For all the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't.